Всем здорово, пацаны! С вами сегодня Батёк и... Слышь, пидор, там новые кейсы добавили. Давай откроем. Кейсы новые? Ну хуль, давай откроем. Только у меня денег нет. Сможешь у мамки из кармана спиздить? Итак, ребята, мы с малым заработали денег, и теперь мы хотим открыть эти новейшие, замечательные 7 гамма-ключей. Там, кстати, также добавили охуительные ножи, просто пиздатые, которые мы обязательно сегодня и выбьем. Мы потратили целых 5000 рублей на все это чудо, поэтому, друзья, обязательно лайк поставьте. Давайте наберем здесь всего лишь 10000 лайков, и я с удовольствием сыграю еще разочек в КС. Все в ваших силах, друзья. Кстати, смотрите видосик до конца, в конце будет офигительно. Розыгрыш для вас. Ладно, давайте уже начнем открывать. Только, батя, про правила-то ты не забывай. А что за правила? Ну, настало мое время играть аккорды на твоей заднице. Да блин, ну мы ж не будем. Давай, давай, две синих вещи выпадает, и тебе пизда. Да ебана в рот. Ладно, ребятки, поехали открывать эти охуительные кейсы. С какого кейса начнем, малой? Давай со второго. Ну, давай со второго попробуем. Поверим тебе. Надеемся, конечно же, на удачу сегодня. И на эту М-ку пиздатеньку такую, и на охуительные ножи. Что ж, давай, используем ключ. Фух, надеюсь, повезет, блядь. Только не шлак синий, пожалуйста. Давай, давай, давай. Сука! Дерьмо, хуёвый первый кейс, блядь. Ну ладно, ну хоть статрек, хоть что-то. Кстати, тег-то ничего такой. Ладно, шучу, хуйня ебаная. Ладно, продолжим наше открытие. И, пожалуй, я вот хочу открыть сейчас пятый ключик. И пятый кейс, пожалуй. Давайте сразу же используем ключ. Давай, давай, ну пожалуйста, только не синяя, сука. У меня попка гладенькая. Да блять, сука! По 90 пролетел, охуенный, блядь, статрек, блядь, говно выпало, блядь. Ну чё, батя, попец-то свой готовь? Да ёб твою мать. Ладно, бей давай, не тяни резину. Хорошо. Ай, блядь, ты чё, блядь, понежнее, блин, больно же. Ай, да сука, блядь, чё ты творишь-то, блядь? Пидорас, блядь, малой, ай, сука. Ну и держи третий смаченький удар. Ай, ёбаный в рот, сука, пидорас, блядь, малой. Блядь, жопа пиздец болит. На такой грустной ноте откроем, блядь, следующий кейс уже. Сука, ссаный габен, блядь, только вот попробуй мне, блядь, синеву дай, гандон. Давай, 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 давай. О, замечательно, охуенно. Хоть что-то нам такое пиздатенькое выпало. Ну как пиздатое? Дерьмо, конечно. Ну пох, сойдет такая хуйня. Ну что, малой, какой сейчас кейс откроем? Давай третий откроем. Давай, поверим тебе, пожалуй. Поверим в твою удачу ссаную. И третий кейсик откроем. Надеюсь, эта охуенная М-ка сегодня выпадет. Ну, габен, ну не жадничай. Ну, пожалуйста, ну дай мне М-ку-то пиздатую. Пожалуйста. Ладно, давайте используем ключ, короче. Все, поехали. Поехали, помчались. Крутится наша рулеточка. И что у нас тут? Ммм, пиздатая СГшечка. Сука, кусок металлического кала, блядь. Осталось у нас, друзья, всего 3 ключа, пока нам выпало полнейшее дерьмище, но мы не отчаиваемся и открываем следующий кейс, да, малой? Сука, не хочу еще раз по заднице получать, блядь, больно, пиздец. Давай, да блядь, сука, дерьмо, блядь. Гейб, ты хуева, блядь, саная, нахуй. Что это за говно, блядь? Это твой билет на бесплатный массаж задницы. А, сука. Ну все, бей уже, давай. Ай, блядь. Ну, может, немножко послабее, но почери-то отца, блядь. Ай, блядь. Сука, блядь, малой гандон, блядь. Ай, сука, ты чё, охуел, блядь, что ли? Пидорас, блядь. Уёбок маленький. Ладно, друзья. Ай, сука, 2 ключа у нас осталось. Давайте их откроем скорее, бля. Пиздец, болит зад. Вы бы, блядь, вы бы сейчас почувствовали это, вы бы охуели. Ладно, используем ключ. И? Ай, сука, шлак синий, блядь. Габен, сука, жадная сволочь. Че это за гейский пистолет мне выпал, блядь? Ты че, нахуй, позоришь меня, блядь? Себе, блядь, задницу засунь этот пистолет, блядь, габен. Так, ладно, остался у нас последний кейс, которым мы сейчас используем. Ну, сука, ну, пожалуйста, ну, что-нибудь пиздатое-то хоть, ну, под конец, ну, габен, ну, пожалуйста. Че ты жадничаешь-то, блядь, пидор? Ладно, понадеемся на нашу удачу и используем последний ключ. Давай, 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 давай. Ммм, нова Экса. Пиздата. Охуенно, блядь. Охуительно. Просто пиздата, блядь. Ну, сука, заебись, блядь. 5000 проебали, блядь. Ну, охуенно, малой. Куда ты пошел-то? Тебе вообще тут пошла к выпуску? Да ёб твою, а. Ладно, давай быстрее уже. Бей, не томи, а. Ай, сука, блядь.
но не настолько же быстро и сильно. Сука. Давай последний, уже третий бей, пидор. Сука, вызывай скорую, пидор. Ладно, друзья, подумаю, всего лишь 5000 проебали, а получили где-то 300. В принципе, неплохо, окупились, да. Охуительно просто. Давайте теперь попробуем испытать удачу на сайте, хули. Может, нам хоть повезет. Итак, вот мы и на сайте, на нашем любимом CSGO Happy. В прошлый раз нам, кстати, нихуево так повезло здесь. Так что мы решили испытать удачу еще раз. Бать, правила-то остаются, ты про них не забывай. Да сука. Ладно, малой, давай начнем открывать кейсы. И знаешь что? Я вот люблю начинать с тайного. Мой любимый кейс, самый пиздатый. Поэтому мы сейчас тайное и попробуем открыть. Я так понял, тут кейсик-то обновился. Уже можно здесь выбить из новой коллекции, из гамма-кейса охуенные скины. Поэтому мы сейчас попробуем их выбить. Давайте прибавим плюс 30 к шансу и испытаем нашу удачу и откроем кейс. Так, что тут у нас будет сейчас? Бля, этот пидорский МАК-10, ну его нахуй. Продадим этот шлак. И, пожалуй, попробуем открыть одно засекреченное, да, малой? Ну давай, все равно твоя задница-то на кону, а не моя. Ай, блядь, пидор. Ладно, плюс 3 шанса мы оставляем и открываем наш кейс. Давай, 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 давай. Не подведи. Не подведи, пожалуйста. Опа, сколько он стоит? Орион, Орион-то охуенный, сколько стоит? Опа, неплохо, неплохо, окупились. Малой, хуй тебе. Хуй тебе, а не моя задница, понял? Хуй тебе. И что следующее откроем, малой? Давай еще раз тайно попробуем. Давай, хули. Попробуем, попробуем. Оставим плюс 3 шансу. Хотя нет, давайте плюс 20 попробуем на удачу так. Чисто по приколу оставим плюс 20. И посмотрим, что у нас тут припаслось для нас. Опа! Опа, нихуя! Нихуя себе, блять! Авик, нахуй, Азима за 2 косаря, ебать! Да сука, давай снимай уже, по зайце хочу тебя ударить. Ага, хуй тебе нарыло, пиздюк. Давай, короче, попробуем сейчас, пожалуй, Wildfire открыть. Вот этот вот пиздатенький за 189 рублей. Прибавим плюс 3 шансу и откроем кейс. Опа, опа! А, блядь, думал, нож сейчас выпадет. Я уж чуть, блядь, не пернул от радости. Ладно, за 300 рублей нам выпал шлак. Но мы его продадим, конечно же. Он ни хера не стоит. И давай еще какую-нибудь коллекцию откроем. Какую, думай, малой. Давай револьвер, кейс. Ну, давай рискнем. Попробуем. Подбавим сюда плюс 20 к шансу и откроем кейс. Здесь у нас что вообще есть-то? Такие-то вроде, в принципе, неплохие здесь скины-то есть. Опа! Опа! Сколько стоит? Сколько стоит калашик пиздатый? Ёбаный в рот, блядь! Что за пиздец, ебать, не везет нахуй сегодня. Нихуя себе, блядь. Нихуёво, блядь, мне сегодня сайтик-то радует. Забираем это чудо. Ладно, давай откроем сейчас еще одно тайное, пожалуй, на удачу. Плюс 30 поставим к шансу и откроем. Фух, блядь. Еще хочу, еще хочу! Еще хочу больше, больше пиздатенького. Ай, блядь, щелкунчик саный. Продадим его и попробуем еще раз тайно. Еще раз тайно попробуем открыть. Ну же, ну же, ну же, давай. Давай еще что-нибудь пиздатенькое, давай. Ебать. А, блядь, что я ору-то, 548 рублей всего стоит. Ну, в принципе, так-то мы все равно окупили кейсик, так что мы заберем это чудо. И что ж, давай попробуем еще раз. Сука, везет тебе сегодня, блядь, не пиздануйте еще раз походу, блядь, пидорас. А, вот и говно нам выпало. 300 рублей у нас осталось. Давай, засекреченное напоследочек откроем. С 30% шансом. Как раз хватает, идеально. Все, открываем. Давай, пожалуйста, только не еще один шлак. Иначе, блядь, сейчас еще по заднице получу. Опа, сколько картель стоит? Давай, давай, пожалуйста, нормально. Блядь, сука, 134 рубля. Блядь. Наконец-то, блин, я уже думал, не дождусь. Подставляй пердальник свой. Да пошел ты, блин. Ай, уёбок, блин, саны, блядь, ненавижу тебя. Ай, блядь, нахуя, блядь, тебя родили, гондона, блядь, гомункула, сана, блядь, санова, пидора, гомункула, блядь. Пошел нахуй, блядь. Ладно, хоть что-то радует, хоть, блядь, пиздатые вещи выпали. Хоть мне пердак пиздец болит, ну, блядь, но я все равно счастлив, я все равно счастлив. А я-то как счастлив, ты себе не представляешь. Уёбок, блядь.
Кстати, ребята, тут на сайтике конкурс охуенный, блядь. Эпик розыгрыш даже называется, на 150 тысяч рублей. Офигительные скины там разыгрываются, так что обязательно участвуйте. Я даже специально для вас оставлю ссылку в описании. Все-таки халявы там много не бывает. Участвуйте и выигрывайте. А у нас для вас с малым есть тоже пиздатенький конкурс, который мы сейчас для вас и огласим. Что ж, мы решили поделиться с вами тремя крутыми скинами, друзья, которые мы с удовольствием разыграем между вами. Первый счастливчик получит тот самый офигенный АВП Азимов, качество поношенное. Второй же счастливчик получит крутейший калаш Аквамариновая месть, качество поношенное. И третий удачливый парень получит М-ку Сайрекс, качество немного поношенное. Что же нужно сделать, чтобы стать участником розыгрыша? Да все на самом деле просто. Вам всего лишь нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте и оттуда репостнуть запись конкурса. Также подписаться на мою личную страничку ВКонтакте. Все ссылки, конечно же, в описании, друзья. И обязательно поставить лайк под этим видео. Ну и ждать результатов розыгрыша через 7 дней. Вот да и все. Ребятки, обязательно все участвуйте. Победить может кто угодно. Возможно, это будете именно вы. А я, в свою очередь, желаю всем удачи. С вами сегодня были ваш любимый Батёк и мелкий пидор. Всем до скорых встреч, друзья!